Приветствую всех, кто заглянул ко мне на канал. Я Светлана Портнягина, приветствую вас. Новым, как говорится, на этой кухне супы не повторяются. Сегодня у нас будет похлебка рыбная с бобовыми. Для этого нам понадобится картофель, лук, репчатый, морковь, собственно, рыба. Дружок со мной поделится, что я с ним всегда делюсь. Горошек зеленый, свежемороженый, домашний, огородный. И для того, чтобы это не было слишком противно, сейчас кто-то скажет, фу, рыбная похлебка, я слышу. А вы пробовали? Прежде чем судить, нужно попробовать. При том, что приготовить самому. Так, для этого нам понадобится имбирь, кориандр, тмин, куркума. Я беру это пряности для того, чтобы украсить, облагородить нашу похлебку. Дело в том, что это не суп, а похлебка. Здесь ничего обжариваться не будет. Мы сейчас все это будем закладывать просто вот необжаренным. Рыбка вот уже готова. Вот он бульончик. Я дружку своему рыбку готовила. Приступаем к приготовлению похлебки рыбной с бобовыми. Вкуснотень! Итак, друзья, включаю конфорочку с бульоном и нарезаю картофель. Вам вздумается. Друзья мои, картофель я порезала мелким таким кубиком, промыла в нескольких водах, обязательно промываем от лишнего крахмала и забросила в воду. Не будем ждать, вода горячая, поэтому забрасываем, нарезаем лук с морковкой. Забрасываю сразу же лучок. А нет, друзья, я не буду, я подожду сейчас закипить сначала картофель, потом заброшу лучок. Итак, друзья, мои все эти как бы сподвиги идут в процессе готовки. Вы уже заметили, да? У меня нет определенной системы. Есть такие определенные устоявшиеся знания, ну, такие самые фундаментальные, как говорится, которые не меняются. О чем это я? Да я о том, что сейчас лук заброшу. Не буду ждать, пока закипит. Вот о чем. Так. Вы, наверное, привыкли уже, что я так все спонтанно, да? Не то, что раньше по схеме. Помните старые, кто смотрел мои старые видео? Подсолим. Сейчас же подсахарим. Обязательно волшебная ложка сахара. Это необходимость. Смотрите Лазерсона. Так. Ну и все, друзья. Я забрасываю морковку и лучок. Потому что все это практически одновременно сварится. Ну, я же знаю, что сварится. Не надо со мной спорить, что клёцки надо забрашивать раньше, чем картошку. Аж раздражает. Я не делаю стандарт, как делают все. Я делаю так, как считаю нужным по своему опыту. Если у меня клёцки варятся дольше, чем картофель, значит, я их закладываю раньше. Эгей! Кто там мне писал замечание про суп с клёцками? Слышите меня, друзья мои? Мне не нужно толстое сырое тесто. Мне нужен нормальный сваренный клёцк. Картофель варится вообще очень быстро. Я не знаю, у кого там картофель. Смотрела женщину как-то одну. Я вообще была в шоке. Она борщ варила час с лишним. Представляете? Что там у нее? Какая-то свинячья еда. Там вообще каша. Это что такое? Кошмар. Суп вообще отчасти, если не считать бульона, варится 20 минут. Понимаете? Потому что как переваренное, это все бесполезное. Это все отравляет наш организм, откладывается шлаками и всякими токсинами вредными в организме. Вы что думаете, это все выкакиваете? Нет, вы ошибаетесь. Все это дерьмо остается внутри вас. А вот полезный продукт, он усваивается и переваривается кишечником и забирает все полезные свойства. Живые ингредиенты продукта он забирает. А то, что было уже мертвым, он просто откладывает на стенки или выбрасывает. Понимаете? Поэтому думайте, когда готовите. Это же вам не просто так. Что вы думаете? Просто так, что это все придумано? От балды? Нет, это не от балды и не от того, что нечего делать, нечем заняться. Это от того, что включайте логику. Если вы хотите, чтобы ваши близкие, вы сами, дети особенно, дети должны кушать полезную, наиполезнейшую пищу для того, чтобы вырасти здоровым и не иметь проблем во взрослой жизни со здоровьем, понимаете? Это хорошая привычка. Если вы будете кормить детей хорошей, полезной едой, то они в последующей жизни будут кушать все здорово и будут жить долго и счастливо. Поэтому
Все, уменьшаю огонь, потому что у меня уже закипает. Сейчас попробую. Поэтому не надо там трындеть, что клёцки там варятся. Я знаю, сколько варятся клёцки. Я миллион супов этих с клёцками сварила. Ой, еще немножко сольки. Ой, какой вкусный. Прямо рыбы было много. И так, на такое количество воды вообще просто наваристый, очень такой прям рыбный-рыбный. Вот я тут распотрошила пару кусочков так себе. Меня прямо жаба душит. Я лучше это собаке своей отдам, понимаете, одна. И мне вот хватит бульона, честное слово. Так я и сделаю. Сейчас половинку сюда брошу. Остальное дружку моему. Потому что собака все равно обделена. Она ест овощи, там, фрукты. Что там у нее? Это мясо да каша. Там же не все есть полезные вещества. Поэтому. Так-с. Закипает. Сейчас я вытяжку включу, а то вареным луком. Не боитесь, что вот вареным луком пахнет? Ну да, пахнет. А что делать? Похлебка делается без поджарки. Это моя похлебка. Моя. Горошек потом еще даст свой аромат. Но самое главное, здесь будут пряности. Пряности сделают свое дело. Они украсят эту похлебку необыкновенную. И она у меня станет такой рыбная похлебка а-ля Индия. Закрывать не будем, потому что боюсь выкипит. Очень вкусный. Я заброшу горошек, наверное, сразу, потому что горошек переросший очень крупный, хотя сорт очень хороший, веселые ребятки, вот. Но он переросший, поэтому я его забрасываю на этой стадии. Вот, у меня слишком много, даже закрывать не буду, потому что боюсь, что выкипит. Вот. Будет потрясающее, необыкновенное похлебка-супчик. И в этом никто не сомневается. Сейчас немножечко, минут 7. Немножко вот так вот покипить на медленном кипении, на среднем огоньке, на среднем. Никогда не давайте бурлить, иначе вы получите бесполезный продукт. Итак, друзья, тут у нас пеночка скопилась, да? Надо нам немножко ее тут убрать. Я пока рыбу разделывала, дружку. Да, что вы думали? Я своей большой собаке даю с костями? Кости вообще опасны собакам, нельзя. У них организм не предрасположен для рыбных костей. Ну, конечно, в природе волки, там, собаки, все это едят. Но это если генетически ты, там, у тебя все нормально, в порядке. А собака домашняя, тем более выведенная людьми, это люди же, они жестокие по своей сути. Они не думают, когда они своими амбициями полны, они не думают о том, что и как будут, какие последствия у животного, которые вы там намешаете, гибридов наделаете. Поэтому... О, картофель уже готов, кстати. Сейчас морковку посмотрю. Я говорю, картошка вообще, даже старая, очень быстро варится. Тем более, и морковь готова. Сейчас я лучок еще посмотрю. И горошек. Лучок альденте. Горошек мягкий. Просто не... Смотрите, друзья. Это дружку своему вот отполовиниваю. А эту чуть-чуть рыбки бросаю себе. Немножечко. Так. И теперь мы добавляем пряности. Ой, какой горошек сладкий, вообще необыкновенный. Теперь мы добавляем пряности. Где моя кофейная ложечка? Так-с. Тмин. О, лавровый лист, чуть не забыла. Думаю, блин, специально для вас брошу лавровый лист. Хотя рыба, конечно, очень любит лаврушечку. Кстати, Лазерсон говорит, что лаврушку надо совсем каплю ложить, потому что, ну, лаврушка очень сильная пряность. Вот один листик. Он для меня, конечно, гений кулинарии, поэтому я на него всегда равняюсь. Так, я ему доверяю. Теперь тмин. Тмин. Немножечко разотру. У меня, правда, сил столько нет в руках. Так. Рыба очень любит тмин. Ну, я не в духа. По крайней мере, я тоже так люблю. Тмин полезный.
кориандр целый. Можно молотый, но он не такой богатый вкусом. А тут прямо ешь-ешь, как раскусил. Ой, класс. Имбирек молотый. Немножечко. Капельку. И куркума. Для аромата, вкуса и пользы. Куркуму надо иметь добавлять. Уметь. Ну, я уже к ней привыкла. Вот так. Хотя можно было и больше. Но я не хочу, чтобы она переигрывала всех остальных, понимаете? Ну и сейчас немножечко еще поварится, пару минуток. И я еще брошу зеленушки с балкона. Вот. Размешиваем. Знаете, как сейчас будет играть? Ой. Ой, рыбка, кстати, добавила более рыбный такой аромат. Вообще, вкуснота будет полезная, необыкновенная вкуснотища. Пойду порву, нарву зелени. Такой у меня казус. Вот здесь на кресле стояла вот эта штука. На ней на одной половине лежит трава для животных на зиму, а на второй лежал шиповник. Посмотрите, что они наделали. Котика этот засранец был. Кстати, он у меня вчера свалился с балкона, хочу вам сказать, друзья мои. Да, дружочек. Вот. А я пришла, мы пошли с дружком за шиповником в лес. Вот. Пришли домой, и что-то вот ближе к вечеру уже, чуть попозже с дружком, уже в 11 часу собрались гулять. Я такая пошла гулять, прихожу. Странно, что-то какое-то ощущение, что чего-то не хватает. А котика обычно нас провожает и встречает. Вот, ну, этот найденыш, которого мы в мае нашли. Вот, я вам его показывала. И, короче, странно, спрашиваю у матери. Она говорит, нет, что-то я тоже не видела. Хотя он к ней, конечно, не заходит, но он под ногами все время, ну, все время присутствует. Его всегда видно. Молодой кот, поэтому он не спит. Вот. И, короче, я, Котя, вон, букашки вчерашние. Что это за букашечка? Это букашечка, вон, ползу. Где она? Где она? Букашечка? Покажу вам букашечку. Ты где? Да пошла на жопу. Ну и, короче, Котя, нету Коти. Я выхожу на балкон, давай орать. Котя. Слышу, какой-то голос такой не очень, а потом такой сильный. Мяу, мяу. Блин, Котя, говорю, это ты. Он такой, мяу, это я, давай, иди быстрее, забирай меня. Я, короче, дружка не беру, быстренько тапки накидываю, даже и не уличные тапки взяла, а домашние, побежала. Побежала, а он там между забором и кустами сидит. Я ему, Котя, иди сюда. Он такой в потемках. Мне же его не видно. Он черный. И подходит такой к руке, прижался к земле. Я говорю, чудо, бля, в перьях. Жопа обосрана. Думаю, что воняет? Прихожу домой, уже ложусь на диван. Думаю, что воняет? Смотрю, у него жопа там обосранная. Ну, немножко там на этих, на ляшечках. Пошла, потащила в ванную, помыла его. Он весь такой зашуганный, весь такой трется. Короче говоря, сегодня я утром, мы пошли с дружком гулять, и я его взяла с собой. Ну, конечно, взяла с собой, это не легко сказать, как говорится. Если вчера у него стресс был, да и вообще он с улицы взятый, боится. Я, короче, в рюкзак его. В рюкзак, он раз у меня выскочил, я опять в рюкзак зажала, голову ему выставила, наперед рюкзак одела, и пошли мы гулять. Вот, мы пошли, конечно, не очень далеко, а на поляну, ну, где нет ни людей, ни животных. Вот, для того, чтобы он... Ну, что вы думаете, гулял он, ага. Гулял, к земле прижался и все бежал к забору. До него, конечно, далеко, но дружок ему не давал. Он ему перехватывал за шею. Засранец мелкий. Он его перехватывал за шею и обмуслюкал весь. Короче, дружок сам не погулял, все следил за ним, да? Вот так вот. Вот такая прогулка у нас получилась, да? Котика хулиганила. Зачем рассыпал все? Засранец мелкий. Вот такой казус. Сушим. Поведала вам, друзья. Пока помыла руки, пока все убрала. Вот зеленушка моя. Кориандр, петрушка, базилика, укроп. Зеленушка. Ну все, 2 минуты буквально. Потому что надо все-таки прокипеть зеленушки, чтобы супчик не пропал. Потому что это ж не на один день. Сейчас на шестерочку поставлю, он быренько так. Карасики. Понюхайте, как вкусно пахнет. Вообще. Обалдеть. Это просто какой-то...
витаминный ароматный бум-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 бум. Ну-ка. Ой, друзья, суп, похлебка, вернее, необыкновенно. Смотрите, как все просто. Просто вообще. Хотела, кстати, яйцо бросить сюда. Не буду, потому что вот это просто потеряется все, вот эта вот вкуснота, вот эта свежесть, легкость и свежесть. Ой, друзья, как это вкусно. Горошек сладости, еще вот эта горошковая сладость. Вот это вообще ням-нямка. Просто необыкновенная ням-нямка. Вкуснянка. Ждем буквально минутку. Итак, друзья, наша необыкновенная рыбная похлебка с горошком. Очень вкусная, полезная, необыкновенная. Готова. Закрываем крышку, убираем с плиты. Наставим 5 минут и кушаем объедение. Друзья мои, вот наша необыкновенная похлебка рыбная с горошком зеленым готова. Она очень вкусная, я вам серьезно говорю. Желаю вам всего самого доброго, кулинарного вдохновения, благодарных едоков. Ходите по ссылочкам, читайте мои книги, интересуйтесь моим литературным творчеством. Бегайте по моему каналу, смотрите рецепты, очень много авторских вкусных блюд. Желаю вам всего самого доброго, хорошего настроения, волшебства и чуда. Жизнь прекрасна и неповторима. Всего вам самого доброго. До встречи. Чао, какао.